Всем привет, с вами снова Алина, и сегодня наконец-таки будет видео, которое вы меня давно просили снять. У меня уже было видео на канале, где я рассказывала, как идеально получаться на селфи. Если вы не видели этот ролик, то я оставлю ссылку на него в описании. Но сегодня мы поговорим о фишках, о таких лайфхаках и, наверное, о каких-то базовых приемах, которыми пользуются модели, когда фотографируются, и как нам применить их в повседневной жизни, чтобы всегда классно получаться на фотографиях, даже если это какой-то рядовой снимок для Инстаграма, для стори, как научиться позировать как настоящая фотомодель. Сегодня я расскажу про самые такие основы основ, то, с чего нужно начинать. И сегодняшнее видео я решила посвятить именно позам, тому, куда девать свои руки, ноги, колени и тому подобное. Давайте начнем действительно с самых основ, с рук. Многие, когда начинают фотографироваться, когда я, например, фотографирую своих подруг, они первым делом просят меня подсказать, куда же деть руки, и знаете, это кажется чем-то странным, но действительно, если неподготовленного человека поставить перед камерой, первое, что ведет его в ступор, это как раз-таки, что делать с руками. Давайте я вам расскажу, что ни в коем случае не нужно делать. Во-первых, наши руки не должны быть такими напряженными, сильными, чтобы буквально через монитор передавалось ваше напряжение. Ни в коем случае этого делать не нужно. Ваши руки должны быть либо максимально расслаблены, либо это должна быть какая-то элегантная поза, потому что все вот такие вот сильные и напряженные руки, они создают такой эффект мужественности, эффект какой-то грубости. И, конечно, ни в коем случае нас не украшают, да, в принципе, они, наверное, даже мужчин на их фотографиях не украсят. Поэтому первым делом следим за пальцами. Наши пальцы должны быть максимально элегантными, можно сказать, даже грациозными. То есть вы можете подсмотреть подобные позы пальцами, если можно так сказать, у моделей, которые позируют для рекламы, например, каких-то ювелирных украшений, либо для рекламы маникюра. Но для рекламы маникюра позируют немножко иначе, потому что в повседневной жизни вы явно не будете делать вот такие вот всевозможные позы у своего лица. То есть здесь придется немножко постараться и действительно красиво сложить ваши пальцы и не прижимать их, чтобы не создавалось, знаете, такой эффект расплюснутого пальца. Также, когда вы позируете на камеру, не знаете, что делать с вашими ладонями, запомните одно простое правило: никогда не поворачивайте ладонь вот таким образом на камеру. Это делает вашу руку просто огромной, не украшает, смотрится неженственно, и постарайтесь немножко хотя бы ее повернуть, то есть в таком положении рука смотрится уже более элегантно, более аккуратно, а вот так вот, конечно, никого не украшает, хотя я знаю, что многие девчонки допускают именно эту ошибку, они как-то стараются повторить журнальную позу, сделать вот так вот, но это смотрится некрасиво, поэтому, скорее всего, лучше будет, если вы немножко повернете ладонь и сделаете вашу руку более компактной, потому что даже если у вас небольшая ладонь, поверьте, в камере при таком ракурсе она будет смотреться лопатой. Еще одна проблема, с которой сталкиваются многие девушки, это большие пальцы. Дело в том, что когда вы пытаетесь как-нибудь красиво взять себя за бок, некоторые девчонки заморачиваются и выводят большой палец вперед, и это смотрится, знаете, ну, вообще некрасиво, как будто бы у вас прихватило бок. Старайтесь всегда большой палец убирать назад, а кисть оставшихся четырех пальцев, если можно так сказать, сложить как-нибудь поэлегантнее. Большой палец лучше убрать назад, запомните это правило. Еще просто супер важный момент, это, конечно, локти. Я думаю, многие знают, что ни в коем случае не нужно направлять локти в камеру, потому что это смотрится некрасиво, неэстетично. Это самое первое, с чего, по-моему, обучают девушек в модельной школе, это не позировать локтями вперед, потому что некрасиво. Всегда старайтесь увести локоть немножко в сторону, чтобы рука смотрелась как-нибудь аккуратнее, не делать из этого, знаете, какое-нибудь крыло самолета. Для повседневных просто красивых фотографий постарайтесь уводить локоть в сторону и красиво как-нибудь вот так складывать пальцы на ваших руках. Также для какой бы фотографии вы не позировали, старайтесь всегда выпрямлять спину. Представьте, будто бы вы не модель, а самая настоящая балерина, которой нужно держать осанку всегда. И поверьте, если вам внутри будет казаться, что это неэстетично, это будет некрасиво и как-то наигранно смотреться на фотографиях, нет, именно идеальная красивая осанка всегда смотрится хорошо на фотографиях, а сутулые плечи, они никого еще, по-моему, не украшали. В этом вопросе не старайтесь копировать какие-нибудь сверхмодные фотосъемки, где модели используют нарочито поломанные позы. Осанка — это наше все, и именно она лучше всего собирает всю вашу фигуру. Еще ни в коем случае не прячьте вашу шею. Я знаю, что многие девчонки пытаются сделать, знаете, как бы такой интригующий взгляд из-за плеча, но при этом забывают про шею.
Лучше, если на вашем фото не будет, например, вашего красивого плечика, но будет шея, потому что вам может казаться, что так комфортно и так красиво получится на фотографиях, но шея — это то, что должно быть всегда видно на вашей фотографии. Постарайтесь также не закрывать шею волосами. Многие девчонки забрасывают волосы вперед, думают, что так будет эстетичнее, так будет видно, что у них много волос, либо они создадут такой эффект, но таким образом они прячут шею, и это выглядит, как будто бы вы какой-то чупа-чупс на палочке, потому что шеи нет, идет тело и сразу голова, и это никого не украшает, так что лучше, если вы, например, откинете ваши волосы назад, если их там спереди очень много, если у вас какая-то объемная укладка, шея на фотке должна быть всегда, и в идеале, если она будет вытянутой, но не такая, знаете, максимально нарочитая, как Vogue, а просто нужно поймать чуть больше напряжения, так будет смотреться красивее, чем когда ваша шея будет, например, не в тонусе. Также, когда вы позируете со скрещенными на груди руками, ни в коем случае не прячьте все ваши пальцы внутрь. Во-первых, это смотрится как-то агрессивно, это некрасиво. Пальцы должно быть видно, опять же, сложим их как-нибудь элегантно, как-нибудь мягко, более женственно, и ни в коем случае не прячем пальцы, потому что будет выглядеть на фотке, как будто бы у вас какие-то обрубки вместо рук. И не забываем про правило, что ладонь мы не тыльной, не обратной стороной стараемся максимально в кадр не выпячивать, мы немножко разворачиваем наши руки под, например, 45 градусов. Это сделает позу более красивой и мягкой. Когда вы позируете и хотите сделать такую более фэшн-фоточку, то ни в коем случае не поднимайте оба плеча наверх, это превращает вас в какую-то злыдню, укорачивает вашу шею и абсолютно вас не украшает. Если добавить хотите немножко фэшна, то можете сделать асимметрию, то есть одно плечо может быть выше, другое чуть ниже, потому что именно легкая асимметрия лучше всего корректирует нашу фигуру и делает нас визуально лучше на фотографиях, потому что даже самую красивую фигуру, даже самую стройную девушку можно испортить неправильным ракурсом. Если говорить про ноги, то тут примерно та же история, что и с руками, ни в коем случае не позируем коленями вперед и не задираем одну ногу, потому что будет выглядеть, как будто бы вы действительно с одной ногой и можете запороть классные фотки. Колено также лучше немножко уводить в сторону, чтобы ноги смотрелись как-то несимметрично. Например, одно колено может быть на прямой ноге и смотреть в кадр, а второе при этом быть уведено чуть в сторону. Это создаст ту самую асимметрию, и поза будет смотреться интереснее. Также не стоит позировать как стойкий оловянный солдатик, то есть вот прямо ноги, руки по швам. Понятное дело, что вы не в школе, не фотографируетесь для школьного альбома, и нужно сделать позу поинтереснее, немножко отвести ноги, может даже перекрестить их, чтобы ноги смотрелись еще длиннее, это создает определенную перспективу, и их ноги кажутся еще более длинными, так что возьмите этот совет на вооружение и пользуйтесь им. Если вы хотите сделать фотографию в полный рост, то обязательно попросите человека, который вас фотографирует, не фотографировать вас на уровне его роста, его головы, если это, конечно, не маленький ребенок, там, конечно, все гораздо проще. В общем, попросите человека немножко присесть, чтобы он оказался ниже линии вашего корпуса, таким образом ваши ноги будут казаться еще длиннее, и вы будете выглядеть как самая настоящая супермодель. А если вас будут фотографировать на уровне вашей головы, то это будет смотреться, как будто бы вы абсолютно непропорциональная, несуразная, и у вас очень короткие ноги. А именно этого эффекта и нужно избежать. Если вы позируете сидя, то здесь в принципе те же самые правила: не направляйте колени в кадр и не старайтесь себя, знаете, собрать, сделать такой максимально маленькой дюймовочкой. Это будет смотреться некрасиво, вы будете выглядеть, скорее всего, очень напряженной, у вас пропадет шея, пропадут плечи, пропадет талия, и вы будете смотреться либо как какой-нибудь треугольник, либо как просто что-то непонятное. Старайтесь всегда занимать кадр, то есть выпрямлять спину, напрягать немножко руки, но делать это элегантно, и при этом уводить колени в сторону, и опять же ставить ноги на разном уровне, чтобы сделать их еще более длинными, и, например, та нога, которая ближе к кадру, соответственно, она должна быть немножко более вытянута, чем та нога, которая находится дальше. Также, если вы хотите позировать в позе лотоса, то, во-первых, нужно выбрать определенную обстановку, нужно, чтобы это было уместно, и если вы просто хотите на ступенечках спозировать в позе лотоса, то в 99% случаев это будет смотреться несуразно, поэтому лучше все-таки удлинить ваши ноги и сделать фотографию более выигрышной за этот счет, а не обрубать свои ноги неудачной позой лотоса. Постарайтесь не прятать сидя ваши руки между колен, ваши ладони все-таки должны быть в кадре при красивом ракурсе, и не стоит их обрубать, даже если вы фотографируете сидя. Если вы фотографируете сидя, но, например, в профиль, хотите сфотографироваться боком, здесь тоже правило: не нужно строить из себя дюймовочку и максимально компактно постараться втиснуться в кадр,
прятать свою шею, немножко выгибать плечи и округлять спину. Это смотрится некрасиво, хотя, признаюсь, вам будет супер удобно. Но фотографии будут испорчены гораздо лучше, если вы будете немножко напряжены, выпрямите спину и поставите ноги на разный уровень, чтобы было видно, что у вас две ноги, а не одна. Потому что если вы их соберете вместе, создастся эффект, как будто действительно у вас одна нога. И кадр это, поверьте, не украсит. Не бойтесь, что это будет выглядеть как-то некрасиво со стороны. Поверьте, все вот эти вот позы, которые супер удачно получаются на фотографиях, они зачастую не очень удобны, и когда вы будете позировать в ней, вам будет казаться, что вы какой-то клоун, и со стороны это смотрится несуразно, но при этом на фотографии все получится очень хорошо. Так что да, вот такой вот мой вам модельный совет. Еще один важный момент, о котором я вам не могу не сказать в сегодняшнем видео, такой вот тоже модельный опыт. Если вы фотографируетесь, например, для своего инстаграма, просто на какой-то фотосессии лично для себя, то не стройте из себя супермодель и не меняйте позу каждую секунду, как Коко Роша, то есть раз, бам-бам-бам, сменили позу через каждую секунду, и таким образом даже фотограф не успеет вас фотографировать. Если вы фоткаетесь на телефон, то вы прекрасно понимаете, что фотографии могут получиться смазанными, вы будете при этом с каким-нибудь неуместным выражением лица, когда меняете позу. Если вы фотографируетесь не так часто, если вы не профессиональная модель и просто хотите красивой фотографии, то постарайтесь превратить вашу фотосъемку в такой плавный танец, когда вы не спеша меняете позы, делаете это, знаете, как будто бы вас снимают на видео. Наверное, да, вот такой вот совет, сделайте так, как будто бы вас снимают на видео. То есть вы постепенно поднимаете руку, чувствуете, что что-то не так, поменяли ее на другую, немножко передвинули пальцы, поменяли положение головы, вытянули шею, расправили плечи, поменяли положение ног, может быть, просто покрутились, все со стороны должно смотреться естественно, как будто бы вы такая плавная и не просто позируете для фото, а как будто бы снимаетесь в каком-то клипе, например, где нужно не спеша и красиво двигаться. Я уверена, что самые классные и потрясающие фотографии у вас получатся, если все будет естественно, если вам будет комфортно. Но чтобы вам было комфортно, нужно периодически тренироваться, нужно просить друзей ваш сфотографировать и не говорить, например, что «Ой, господи, мне эти советы не нужны, я все равно плохо получаюсь на фотографиях». Нет, я считаю, что нет нефотогеничных людей, этому можно научиться. Не поленитесь, постарайтесь составить для себя несколько выигрышных поз, которые вы потом будете буквально автоматически генерировать. В этом нет ничего страшного, практически у каждой модели есть свой набор таких движений. И можно сказать, что вот этот вот плавный танец практически у каждой модели заучен наизусть. И это очень сильно экономит время на съемках и позволяет быстрее сделать качественный красивый кадр. В общем, если вам понравилось это видео и вы хотите видеть подобные ролики и дальше, то не поленитесь поставить этому видео большой палец вверх, так я пойму, что вам зашло, буду снимать эту рубрику и дальше, и, возможно, например, сделаю какой-нибудь мастер-класс, конечно, бесплатный, куда сможет прийти любая желающая, и надеюсь, что это будет не только в Ростове и в Москве, если будут заинтересованы девушки из других городов, то я рассмотрю обязательно такой вариант, смогу приехать, рассказать вам про основы такого, знаете, жизненного фотопозирования, ну и, конечно, при этом все равно буду снимать видео на канал на эту тему, если вам понравится такой вариант. Подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы всегда быть там со мной на связи. Я читаю ваши комментарии, просто обожаю читать то, что вы мне пишете. Там мы с вами придумываем идеи новых роликов, готовим, например, видео вопрос-ответ. И вообще я просто обожаю, когда мы там с вами на связи. Ну и самое главное, не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. С вами была Алина, увидимся в следующем ролике. Пока! Да, почему в мое школьное время не было Ютуба? Вы бы видели мои школьные фотки. Просто. I'm a model, I'm a superstar. Реально, по-другому не скажешь. Я пыталась пародировать фотографии из журналов, и это смотрелось просто фейспалм.